Добрейшего всем денечка, вечерочка, у кого чего, девочки. Я сегодня утром открываю интернет. Что вы думаете? Первый комментарий мне попался от Катрин или Катрен, Кокрен. На букву К, Катя, Катрин, я запомнила вот так вот. И я все утро ходила, печку топила. Ну, чтобы быстрее пожрать, сварить. Вот я сварила себе похлебку из овсянки. 2 кубика роутона и фарш сделала, тефтеринки. И поварила. Мне очень нравится, болезнь какая-то или еще что-то, вот, покушать так, с этими тефтелюшками. Мне нравится, вот. Особенно, когда болеешь, жиденько, вот, не каша, а вот просто как, ну, баланда для вас. Вот, для носа задиралок. Вот. Ну, это очень вкусно, поверьте. Даже суп, когда варите с картошкой, добавьте щепотку вот этой геркулес. Супик будет обалденный. Бабушка приходила только что, яиц принесла, вареных молока принесла, блинчиков еще. Я вчера свои напекла, они все съели, она сегодня еще принесла блинчиков своих. Яйца, кисель купила, принесла. Капусту морскую мне принесла. Вот. И значит, это самое. Я про Катрин. Я хочу тебе ответить. И с многим остальным другим, кто задается этим вопросом. Сейчас я хлебану. Девочки. Девчули. Это просто очень вкусно. Просто похлебать. Потому что каши сладкие я не ем, вот такое. Ну, очень люблю. Мне нравится овсянка вот так варить. Кто такой Гасан? Жаль, что здесь никак по телефону. Мне вопрос, и сразу ответ. Мне вопрос, я бы сразу ответ. Ах, как на WhatsApp, блин, ядрёного за ногу. Вот. Вы с какой серии меня стали смотреть про Гасана? Ответьте мне, пожалуйста. В первой серии я сказала, кто такой Гасан? Я же сколько раз говорила. Моем уши, промываем глаза, включаем меня и смотрим. А не только додумываем. Это я без обиды, без оскорбления, просто с вами разговариваю. Первая серия про Гасана. Там было сказано, кто он. Я рассказывала про детство, дорогие мои. Вам нельзя не показывать ничего, не рассказывать. Понимаете? И поэтому не хочется ничего говорить вам и рассказывать. Из-за таких, как вы, вообще неохота ничего рассказывать. Потому что вы не видите, не слышите. Вы придумываете, додумываете. Бабка на лавочке отдыхает вообще в поп, вообще отдыхает. У нее семечки закончились, она сама будет отдыхать. Я хереваю просто над вами. Я рассказывала про дружбу в детстве, как дружили, как общались, какие друзья были. А вам только стоит услышать слово мужское какое-то, у вас додумки, догадки. Вы увидите в прямом эфире человека, молодого человека с женщиной, вы уже его спать уложили с ней. И посчитали, сколько раз это было. Понимаете? Это, как говорится, на улице нельзя поздороваться. Скажут, уже беременная на сносях. После слова «привет». Вы такие же. Там было прекрасно сказано,
кто такой Гасан. Извините, пожалуйста, у меня прервалось. Мне звонили на букву «П». Реально, на букву «П» мне сейчас позвонили. Я поставила программу. Мошенники высвечиваются, когда звонят мошенники. Здесь прям матом пишут. Кто звонит? На букву «П» мне сейчас позвонили. Звонят русским словом. Я серьезно говорю. Программу себе эту поставила. Чтобы знать, кто звонил. Банки звонят, тоже высвечивается. Чтоб козы всякие не звонили мне. Ну а что вам еще рассказать? Про Гасана рассказать? Ну. Добрый, хороший, смешной, отзывчивый был друг детства. У многих у нас в компании. Ну вот и все. Личную биографию о нем я не имею права рассказать, но большинство я уже сказала в том видео, кто он есть. Я утром встала, мне получше. А вчера на ночь гречи поела с рулетом. Мне сейчас полегче. А сейчас выпью еще там. Бабушка принесла мне других этих. После еды надо их. До еды нельзя. Я вчера щипластом, говорю, лежала. Я много лет назад так болела. Точно так же. Когда полностью пластом и все болело. Это много лет назад было. А вчера мне просто срубило. А ходила нормально. А потом мне просто вырубило. Вот просто так, хоп, все. Резко. Вся стала гореть. У меня нету температуры. Зарина есть. Сейчас нет, мы еще не мерили, она спит. Максуда те же симптомы, как у меня были. Я его когда забрала из садика, он пришел домой, плакал. Он говорил, на нога болит, спинка и головка. Жаловался, плакал, что головка сильно болит. Но за вечер все прошло, как на следующий день, на завчера. Он уже бегал, как бы играл, бегал. Зарина, потом опять я. Сейчас старшая придет со школы. Я иду тоже профилактику сделаю, чтобы она не заразилась, не была следующей. Вот, бабушке сказала, придешь, говорю, долго не сиди, уйдешь. Она в маске. Из горшка вылила, сходила, дрова мне принесла. На вечер там поставила дров в сетке. Со мной немножко покубатурила и все. Я говорю, давай иди. Нечего сидеть и заражаться. Она у меня переболела уже короной. В том году и по зиме, кто видел, наблюдал, тогда скорую вызывала. Возили ее. Тогда я места себе найти не могла. Пипец. Насмотришься, потому что этих больниц, что там показывают. Еще если человека вживую видишь, когда он этим болеет и мучается, то очень страшно. А дышать даже не могла, когда ее увозили.
Человек просто ходит по квартире, еле-еле вещи собирает. Ну, помогала ей, конечно, в больницу. Я вздыхать не мог. Вот не хватает человеку кислороду. Представляете, как задыхается. Вот тяжело смотреть. И даже никому, даже злейшему врагу, я никогда не пожелаю нездоровья. Никогда. Даже самому. Вот самому какому-нибудь злому человеку на свете. Никогда. А зачем? Уже наелась. Вкус чувствую, вкусно. Обалденно. Была бы печка такая, на которую сверху залазишь и спишь, да, русские печи вот эти. Прям, где жарят впереди вот это. Ну, фигня. Я бы сейчас туда залезла и согрела свою спину. Вчера намазала это, и Сабрина мне. Греюще. Везде. А намазала легконько. А были, так больно было. Задевать больно, представляете? Куда ожоги. А мне намазала я. Под одеяле посидела, наверное, с минут 40. И легче. А потом еще эти выпила. И все. И стала ходить. А так бы до утра я вообще сейчас тренинг не забуду. Спасибо, Яна. На последних минутах вчера съездила, пока не закрыли. Я не знаю, просто какие таблетки. Потом узнала. За полчаса до закрытия аптеки она мне бегом поехала. Они продают детям. Это положено так. Но я не первый раз. Она показывает на фотографии, какие надо, допустим. И дает эти трубку. Врачу. Ну, кто там продает? Фармацевту. Правильно, как их. И это. Я говорю по телефону, они уже знают просто меня. Я приходила, когда в аптеку говорила, что это я вот с дочкой звоню, если что, чтобы знали, взрослый человек. И они, говорю, продайте, пожалуйста, это. Они хорошо. А также может из взрослого ребенок позвонить, сказать, да, я взрослый, да. Детям же такое тоже нельзя продавать, по идее. Нельзя. Я уже объясняла, что если что, вот дочь вот эта будет приходить, знаете, что это я, если что, звоню. Мне на уступки пошли. Короче, молодцы. На уступки, короче, пошли. Стали разрешать. Ну, это, короче. Ну, вы поняли. Так что, девочки, не болейте, я хера. Первый раз за зиму я. Но снимать надо в любом состоянии. Я же встала, Сабрину в школу проводила. Это, рыла, пошла на мыло. Покрасилась, посидела, бабушку подождала. Да, родная мать, ты меня уже забыла, как я выгляжу без косметики. Да, шучу, конечно. Ее подождала. Вот. Риланд пока намазала туда-сюда. Чай с этим вкусный, я говорила. Мне Максус вчера лимон взял, блин. О, господи. Напакостил. Есть не стал. Нарезал его. Мне шторы должны привезти. Если сегодня привезли доставка, я Сабрину пошлю, чтобы она получила шторки. Вам растопыряк сделать, чтобы. По что? А, бабушка ушла, я тюль не показала. Говорю, вам сейчас я говорю, тюль вам покажу. Ну все, она уже удрюпентила.
Я тюль когда показывала, во мне девочки много написали, спросили, где я заказывала. Я же говорила в видео, по-моему. Очень красиво, мне понравились. Девочки много отписались тоже по тюле. Где такие? Не, недорого даже. Несколько раз дешевле, чем в магазине. Качество хорошее. Я показывала даже вот эту обшивку. Вот эту. Низ. Прям низ. Не то, что прошит. Если вот так свернут материал и прошит. Он прям скатанный вот так. Да? И я вот так обвернутый. Хрен распустится, короче. По качеству офигенно попались. Посмотрим, что по шторам придет. Ладно, пошла, девочки, принимать процедуры. Мы еще с вами сегодня увидимся. На растопырке, надеюсь. Не болейте.